Мы когда выходили здесь, ой, это закрыли уже USB-плитой. Здесь потолок и крыша, страпальная вся система. Это все было вот здесь, вот, вот так. Ну, мы выходили из квартиры, где-то около метра было. Вот она влетела и туда вот вылетела, и встряла туда, и не разорвалась, я так понимаю. Ну, как бы не знаю, но, по-моему, не разорвалась. Тут с осколками вот это все засыпано. У нас, понимаете, у нас, получается, кровать чуть-чуть ближе сюда стояла, и мы с невесткой были на кровати. И влетела это шипящий такой звук, и просто-напросто оно влетело. У нас пожженная... Хвост, только хвост увидели, вот яркий хвост такой, и все. И говорят, 4 минуты обстрел был. Мы слышали только, ну вот четвертый, который нам прилетел. Мы слышали раз, два, три, и 4 нас накрыло. Дальше, пока мы сами себя более-менее, сами пришли в себя, откопались более-менее, поняли, что нога серьезно пострадала у невестки. Сын выбрался на улицу, и я вышла сюда, думаю, так, у меня тут... тревожный чемоданчик, документы, забирают документы, и я просто поднимаю голову, ой, я увидела, что начинает искриться, что начинает гореть. И я просто вызвала сразу 101, 103 мы уже позвонили, вызвала еще 101. Приехали очень быстро, дома все-таки деревянные. И у меня сквозное ранение вошло, получается, вошло в седницу, не в седницу, в общем, бедро и вышло в седнице. Вот так вошло и вышло. Кость не задета. У невестки у меня очень серьезная. У нее осколочные ранения ноги и там и выше колена, и ниже колена. Уже две операции. У нас собака маленький. Йоркширский терьер, который нас предупреждает. У нас в запасе около 10 секунд. Просто уходит. Начинает лаять. Ну, уходим. Две стены. Маму, может быть, уговорю. Маму с дочкой. Может быть, они выедут. А нет, я буду на работу.